Всем привет, с вами Лакос, я снимаю ЛП, четвертую часть. В этой серии мы будем делать рабильну. Вот так вот она крафтится. Нам для этого понадобится переплавленное железо, немножечко меди, а точнее проводов, два редстоуна. Подождите, почему я одну штучку взять? А, вот все, раз, два. Так, отлично. Таким вот способом мы делаем провода. Вот это поворот. Обалдеть. Автоматически все делает очень долго, оказывается. И забрать я не смогу сразу. Ну понятно. Так, и мне нужна резина. Вот что самое плохое, поскольку резины у нас-то и нету. Очень прискорбно. Все. У нас имеются резиновые деревья, из которых и появляется сама резина. Так, в общем. Сейчас... еще сюда схожу. Так. Все собрали. Ой, кстати. Из печки. Как раз, два, три, четыре, пять, семь. Вот. Значит. Все. Засадили. Теперь бумаги у нас будет ой как много. Так, ну что ж. Резина. Так. Вон там вот. Ну ладно, потом возьму. И у нас появился один саженец с резиной. Так, один. Чё-то я затыкал, малёх. Так, чуть откопаем землицу. Ой, вот он, да, по-моему? Да, раз, два. Так, подождите. Вот всё. Чуть-чуть залагало. Берем резину нашу и идем ее пережаривать. Так, что нужно еще сделать? Значит, делаем вот этот блок, это механизм у нас. И я, похоже, весь булыжник выбросим, да? Да. Сейчас схожу и добуду еще булыжника. И, кстати, пока я уголь копал и всякие остальные руды вот там вот, опыта мне немало пришло. Вот. Все, столько булыжника нам вполне хватит. Подождите. Этот потом сделаем. Так. Так. А у
вот и еще вот это отыскал, вот эти вот темы отыскал. И кстати, мы можем уже сделать наш первый, я забыл что. Пробить. Не, это. Ну что же. А, вот. Наш первый рюкзачок шахтера. Или кто это? Да, шахтера. Именно шахтера. В нем будут все руды. Где нет звука? Так. Делаем сундук, я забыл сделать сундук. Так, поставим его посередину, извините, пожалуйста. У меня вот один человек сидит в скайпе. Но отключу его, так что ладно. Вот. И у нас появился вот такой вот небольшой рюкзачок. Потом вот это сделаем, но для этого нам понадобится какая-то улучшенная тема, я не помню вот какая сейчас, ну честно скажу, не помню. Так, сейчас скажу. Вот это, по-моему. Да-да-да. Вот эта тема. А как она делается, почему-то мне показывать. Она это... тяжело делается, ее очень тяжело сделать. Это мне не хотят показывать. Вот. Так. У меня есть еще вот одна идея сейчас. Тяжелее, чем квант. Так. Делаем. Одно ведро. И мотыгу. Так, сделали мотыгу. Берем семена. И спать ложимся. Нет. Сейчас. Сбегаем, водица возьмем. Сделаем тут бесконечный источник около дома. Делаем. Так, и спать надо идти. Ложимся. Так. Ну да ладно, это потом, короче. Вот, мы берем вот эту вот резину и объединяем их с проводами. Вот получается медный провод, одно железо переплавленное посередине. Вот так все получается. Так, и кремния нам походу 2. А, и я перепутал. Вот так вот. Да, все. Мы сделали вропитель и поставим его. Давайте поставим его. Сейчас. Энергосбережение у меня где-нибудь в центре будет, поэтому поставим, ну, где-нибудь вот тут вот эту тему, в общем. И можно сейчас сделать будет
Обычный хотя бы генератор. Как он делается? Вот вы видите на экране. Значит, аккумулятор, печка и механизм. Фух, там много железа уйдет. На просто переплавку. Да ладно, без этого никак. Это процесс игры. Так. Так, все. Хватит нам столько. Естественно, пшеница это нам пока что просто так. Потом она пойдет вся на утиль сырье. Так. Вот, в общем. И это просто нам на будущее. Так, все. Так, все здесь. Вот железо обычное переплавлено. Опять его переплавляем. Оставим две штуки на всякий случай. Так. Важна будет еще одна печка. Кстати, можно ее сломать там, конечно, но... Немного залагало. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ой. Семь, восемь, вот. Печка готова. Так, делаем механизм еще один. А, и для батарейки я не помню, по-моему, олово. 4 олова по бокам. Почему мне не хочет показываться рецепт батарейки, не могу понять. Так, ладно. Сейчас мы пройдем. Ну ясно. Ну, в общем, да, по-моему. Нужно. Вот так вот сделать. Сейчас, подождите. Один провод в редстоуна. И олово. 4 штуки. Так, давайте все проверим. Все печки. Мало ли где мог пережарить. Что вот нет. Это обычный уголь, да. Который я копал. На самом деле пора это все уже приводить в какой-то вид. И тут интересные есть лампы. Кроме цветных или. Ага, тут даже цветных он никаких. Значит, просто поживем на факелах, просто как-то по-другому все сделаем. Вот что такое.
потом можно будет по... О, вот эти вот темы, да, точно. Джеки. Так. 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 Да, вот аккумулятор получился. Механизм, печка. Получается у нас генератор. Ну, сейчас мы с вами возьмем. Ну вот, в общем, и все. Сегодня я все сделал, что хотел. Вот. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте хорошие комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.